Здравствуйте, сегодня мы показываем, у нас Дэндик любит кушать вот такой вот паштет печеночный, только он, чтобы был без грибов. Вот мы его накладываем в тарелочку, вернее накладываем, как накладываем, это я по кусочку выкусываю и ему туда накладываю, как птичка. Любители есть на кровати. Так. Во. На. Маленький наш мальчик. Денежка наш хороший. Ешь, что ты смотришь-то? Да? Вкусно? Чуть не помещается. Ну ты чё? О, какой вкусный паштет. Дэнь. Какой наш маленький мальчик. Какой маленький малыш. Давай. Чего ты? Никто у тебя ничего не будет отбирать. Так, ладно, не будем мешать, пускай он лопает. Что-то он напрягся. Думает, что я у него, когда подвожу к нему так съемочную аппаратуру, он думает, что я хочу у него отнять его паштет. Поэтому не будем мешать, портить аппетит. Вон, видите, и сразу начинает у него... Такая у него фишка. Жаден. Он ест через жадность, если даже не хочет. Вот сейчас, видите, показалось, что я у него отбираю. И вот уже он ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Вот тебе такой паштет огромный. Ох, какой. Даже кошке не дадим, все тебе отдадим. На самом деле кошке чуть-чуть подадим. Все равно, конечно. Вот такой у нас маленький мальчик. Такой малыш. Такой маленький у него язычок. Ой, какой Дэндик. Обжора, как он любит паштет. Вот это да. Это маленький малыш. Сейчас я тебе такую всю эту... Молодец. Сейчас поест. Может быть, даже будет просить еще курочку. Потому что, в принципе, не наелся. Дэнь. Вкусно. Вылизывает. Блин, сейчас что-нибудь. Прям остатки вот остались. Самые последние. Ой. Так, ладно, кошке ничего не досталось. Вот он. Вот он у нас на кровати. Так вот кушает. Дэнь. Дэня. Ну ладно. Передавайте Дэндику привет. Желайте приятного аппетита. Он то сейчас он на рынке будет что-нибудь кормить. Тоже. Не только тебя кормим. Кошку тоже мы кормим. Ну, до свидания. Вот такой наш Дэндик. Очередное видео.